Две жительницы Грузии заметили этот маленький комочек, прогуливаясь по улице городка Рустави. Женщины не сразу поняли, что на дороге перед ними беззащитный щенок. Кроха совсем не шевелилась, и с первого взгляда ее тельце казалось безжизненным. Потрогав собаку, женщины поняли, что она еще дышит. К счастью для собачки, женщины оказались волонтерами из команды спасателей животных Animal Friends. По словам местных жительниц, в Руставе собак нередко сбивают машины, и поэтому им повезло спасти кроху и уберечь от опасности. Она была еще слишком маленькой, и они надеялись найти ее маму поблизости. Женщины забрали щенка домой, начали лечить его от паразитов и кормить. Тогда собака весила всего 200 грамм. Ее шутливо назвали Ити. С каждым днем в заботливых руках Ити становилась сильнее и здоровее. Через 9 месяцев Ити почти в 4 раза увеличилась в размере и весе, и живет счастливой собачьей жизнью. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.